Ресанта – ведущий производитель сварочного оборудования, представляет линейку сварочных инверторных аппаратов с возможностью работы от пониженного напряжения сети – САИ-ПН. Данные модели предназначены для ручной электродуговой сварки покрытым электродом при пониженном напряжении в сети. Возможности этих аппаратов мы рассмотрим на примере САИ-220ПН. Инвертор САИ-220ПН подключается к бытовой сети напряжением 220 вольт. На задней панели находится автомат, который не только включает аппарат, но и отключает его при перегреве. Инвертор САИ-220ПН способен регулировать сварочный ток в диапазоне от 10 до 220 ампер. Точность и удобство регулировки обеспечивает цифровой индикатор. Продолжительность включения инвертора составляет 70%. Это значит, что аппарат способен варить 7 минут из 10. Максимальный диаметр электрода при работе с САИ-220ПН – 5 мм. Благодаря особой конструкции блока питания, САИ-220ПН может работать при пониженном до 140 вольт напряжении сети. САИ-220ПН обладает рядом функций, таких как антизалипание электрода, горячий старт и форсаж дуги. С их помощью даже новичок сможет варить данным аппаратом. Небольшие габариты и масса делают инвертор мобильным и удобным в применении. Сварочный аппарат инверторный САИ-220ПН поставляется в цветной коробке. В комплект поставки входит кабель с держателем электрода, кабель массы, а также инструкции по эксплуатации. Если вам необходим инвертор, работающий при пониженном напряжении, то линейка Ресанта САИ-ПН к вашим услугам. Ресанта. Доверяйте профессионалам.